Строительство новых социальных объектов и ремонт медицинских учреждений. Итоги исполнения наказов избирателей за этот год подвели члены партии «Единая Россия» и рассказали о главных преобразованиях в Одинцовском округе. Например, зеленая категория, как я уже сказал, данный детский сад. Вот я сейчас заезжал в Кубинку 10, там был наказ построить воркаут. Мы его установили, посмотрели, достаточно качественно он установлен в этом году. Светло-зеленые, например, это очистные сооружения, опять применительно к городу, где мы находимся, в Кубинке. Сейчас мы туда тоже заезжали, смотрели. Эти очистные сооружения на финальной стадии, идет пусконаладка, и в конце января, надеюсь, этот наказ тоже перейдет в ярко-зеленый сектор. Еще одной важной темой, которую обсудили в ходе встречи, стало здравоохранение. Так, в Акуловской амбулатории в Кубинке-10 сделан капитальный ремонт, а в Одинцовской детской поликлинике установили новые кондиционеры. Реализацию наказов жителей проконтролировали депутаты-единороссы. Было поставлено различное медицинское оборудование, не буду все перечислять, там несколько десятков позиций в нашу Одинцовскую областную больницу. И в части здравоохранения также была оказана помощь в Перхушково, а в Горках 10. Провели капитальный ремонт клинического центра восстановительной медицины и реабилитации в Звенигороде. Работы здесь начались 1 июля этого года. На данный момент в хирургическом блоке идет монтаж систем водоснабжения, вентиляции и электроснабжения. И мы их контролировали. Именно и с вами, с депутатским корпусом, к нам постоянно подключались наши депутаты, наша и общественная палата. И я хочу сказать, коллеги, в принципе, все наказы были выполнены вовремя и, самое главное, качественно. Кроме того, на личных приемах граждан оказывается помощь по конкретным и точечным просьбам и задачам. В следующем году работа будет продолжена. Екатерина Крамер, Станислав Трифонов, телекомпания «Одинцово».